Главная версия — поджог. В центре Саратова сгорела аптека. Пожар в здании на пересечении улиц Челюскинцев и Радищева произошел около 4 часов утра 22 октября. На кадрах с камеры видеонаблюдения, обнародованных одним из информационных агентств Саратова, видно, как неизвестный мужчина подходит к аптеке и бросает какой-то предмет в окно. После чего происходит вспышка, и злоумышленник убегает. Огонь уничтожил торговый зал аптеки и несколько подсобных помещений. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время идет поиск подозреваемого. Стоит отметить, что аптека на Радищево пользовалась большой популярностью у жителей Саратова из-за невысоких цен на лекарства.